Я напомню, меня зовут Семенова Людмила Николаевна, и я хочу вам представить свой проект в формате рекламной поддержки. Это три изначальных. То есть это изобретать или уходить от стереотипов, изменить свою линию поведения в соответствии с теорией решения изобретательских задач. Теория решения изобретательских задач ТРИЗ. Это всемирно признанная теория. В основном она используется для нахождения технических изобретений. Ну вот я 20 лет уже консультирую организации людей с помощью этой теории. И столкнулась с типовой совершенно проблемой для всех ТРИЗ-консультантов. Это с тем, что технический язык достаточно сложный для обывателей. Генрих Салчак-Шулер, основатель этой теории, он установил экспериментально, проанализировав патентный фонд Советского Союза на 1946 год, что изобретать можно без того, чтобы тебя там посещало какое-то озарение. Дело в том, что миллионы разных изобретений и миллионы разных ситуаций, они разрешаются стандартными методами. Совершенно стандартными методами. В техническом варианте это 40 приемов разрешения противоречия. 40, всего 40, всего 8 законов развития системы. С подприемами это 96. Мне удалось путем анализа и переноса по смыслу, а не по форме изобретательских принципов, создать вот такие карты. ТРИЗ-карты. Я их назвала руны разума. Здесь, что называется, перевод с технического языка на общечеловеческий. К этим картам есть инструкция, как их применять. Была экспериментальная группа сделана, в которой 8 часов эксперимент, значит, люди протестированы до эксперимента и после. Они показали, что их опора на собственные силы увеличилась у всех абсолютно на 20%. То есть изменения в личности произошли, что людям понадобилось меньше социальной и информационной поддержки. То есть они стали больше использовать буквально сразу же внутренние ресурсы. Многие, то есть у меня первый тираж уже разошелся, значит, это уже второй тираж, но очень многих просили все-таки помощь, несмотря на то, что здесь как бы очевидные все вещи, но не всегда понятно, как применять. И я написала вот такую книжку, где есть алгоритм, это тризовский алгоритм, но переведенный тоже на такой доступный язык. И к каждому приему есть какое противоречие, как решается, приведены примеры и дана по этому примеру подборка анекдотов, чтобы веселее читалось. То есть, в принципе, каждый человек, когда он приобретет вот такой набор, он может самостоятельно, вообще говоря, изучить и, или просто начать этим пользоваться, когда он вдруг столкнулся с сложной ситуацией. Что такое сложная ситуация? Ситуация, в которой мы не видим решения. Когда мы видим решение, мы идем себе, решаем и живем себе спокойно. Когда для нас возникла ситуация неопределенности, это обозначает, что в нашей картине мира нет решения. То есть мы должны как-то изменить нашу картину мира. Мы должны увидеть, где мы не можем увидеть. То есть препятствие, какое у нас есть, через которое мы должны перешагнуть. Для того, чтобы это препятствие исчезло, мы должны немножко изменить нашу картину. Вот приемы, они помогают изменить нам картину мира. Посмотреть с другой немножко, может быть, точки зрения. Каждый прием несет свое какое-то разнообразие. Что я хочу? Значит, мне хотелось бы, первое, расширить число людей, которые пользуются вот этим продуктом. Для этого я готова проводить, и сейчас вот Центр развития профессиональной карьеры, значит, приглашают меня провести для молодых людей обучение. То есть это фактически там 4-5 занятий, двухчасовые по вечерам,
для того, чтобы просто освоить эти приемы. Это несложно. И гарантированно, то есть мышление людей, которые освоили приемы, оно переходит на новый уровень. Ну, что называется, изучайте ТРИЗ приемы и применяйте их в обыденной жизни. Это не требует никаких дополнительных специальных знаний, это развивает ваше мышление, это дает вам гарантированные решения и показывает, что нет тупиков, есть задачи. Ну, я желаю вам тоже приобрести такой продукт и использовать его в тех ситуациях, когда вам сложно найти решение. Дополнительный ресурс, мне подсказали уже мои клиенты. Дополнительный ресурс заключается в том, что мы знаем, что у нас есть рациональное и у нас есть иррациональное. Да? И как, учитывая то, что мы выжили до сих пор, это обозначает, что мы как биологические существа точно всеми этими приемами, которые для ТРИЗ обнаружила отсюда в технике, как в проекции человеческого сознания, они у нас внутри есть. И когда мы утром встаем, да, мы можем себе задать вопрос, какой сегодня для меня прием является центральным в моей вот сегодняшней жизни. И мы смотрим случайно, вроде бы, но рука всегда вытаскивает то, что нам нужно, потому что мы связаны со Вселенной, с жизнью. Ну и, например, вот мне попался сейчас прием, называется он феномен. Да? И есть здесь вот картинка, это для правого полушария, и название текст это для левого. Они сделаны с небольшим смещением контекста. И таким образом мы входим в состояние, что называется, когнитивного диссонанса, то есть некое внутреннее противоречие. Но если мы часто пользуемся таким приемом, мы быстро соображаем, что нам нужно сделать. Ну вот в чем, да, больше скорость, меньше я феномен. Ну, все знают. Скорость, меньше я. Да. Угу. То есть для меня тогда получается, что я должна сегодня в своих ситуациях, которые у меня неопределенные получились, я должна посмотреть, какие части или процессы я могу ускорить. И за счет чего? Какие, ну, скажем, эффекты я могу использовать, вот как скорость. Скорость про у нас когда есть, то мы явно замечаем. Какие части процесса я могу провести более быстро, с тем, чтобы преодолеть те препятствия, которые могут возникнуть. Завтра у вас может быть другой прием, послезавтра третий. Я вас уверяю, что через некоторое время вы будете мыслить не вопросами, а ответами. Вау. А можно мы... У меня. То есть можно прямо сейчас приобрести? Ну, у меня одна колода есть, можно прямо сейчас приобрести. Вы взяли мало. Ну, вопрос, координаты есть, будет запрос. А мы можем прямо сейчас взять какую-нибудь конкретную задачку и прямо вот сейчас человеку прям решить? Окей, не вопрос, кто хочет? Кто хочет? Давай. Так, а мы, может, это сейчас по, как бы, будем в рамках нашего, а потом, когда я буду презентацию своих вопросов, мы используем. Не вопрос. Потом, я думаю, что можно просто послушать выступающего, а потом в конце мы вытянем какую-то карту и вы прокомментируете. Дело в том, что вытаскивать должны вы. Вытаскиваются три карты. Постановка задачи ведется по определенному алгоритму. Алгоритм, он показан типовой для ТРИЗа, для многих других техник. Это мы очень подробно представляем себе ситуацию, как она есть сейчас. Да? Мы дальше представляем ситуацию, как бы мы хотели, что бы могло быть. Да? И в логическом варианте, то есть как мы мыслим, так и чтобы задействовать правое полушарие в образном, то есть что напоминает наша текущая ситуация и идеальная для нас. Когда мы видим эти картины, да, мы можем еще сказать, а что же тогда нам мешает прямо сейчас туда двинуться? И мы тогда описываем препятствия. И только после того, как мы активировали все наши ресурсы, мы вытаскиваем карты. То есть нужно поработать. Конечно, конечно. Это, видите, многие сравнивают это с предсказательными картами типа Таро и так далее. Дело в том, что это карты для решения задач, для выхода из тупика. Многие другие техники показывают вам, как, где вы сейчас. И они имеют право на жизнь, они достаточно точно работают. Но если бы вы и так знаете, где вы сейчас. Большинство. Наш вопрос выйти из этого. Не все знают. Ну, я могу сказать, даже если вы не знаете там точно, ну, по крайней мере, область предполагаете где-то. Я говорю, я в О,
Пожалуйста, я готова продемонстрировать. У меня было около 1000 экспресс-консультаций на выставках и в других, так сказать, местах массовых мероприятий, где я следую алгоритму, ну, задавала людям вопросы, они мне даже не рассказывали, ну, про что у них там они думают. И это было потрясающе, когда только два человека, ну, сказали, что-то какая-то фигня. Непонятно. Два из тысячи? Два из тысячи. Но на следующий день они вернулись и сказали, блин, тогда. Так мы поняли. Да. Пожалуйста, пожалуйста. Почему не идти? Это не больно. Давай, 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 давай. Да, нет, пока. Я хочу вопрос. Илья, ты готов? Да. Давай. Давай, ты вот что-то выйти, может быть, или ты так на месте или рядышком? Что? Не имеет значения. То есть как? Мне надо сформулировать. Что, да, что ты хочешь? Проблема в том, что у меня есть вот идея как минимум трех бизнесов. Есть бизнес мечты, прям мечты, который вот у меня, я это днем и ночью говорю, всем рассказываю про эту мечту. Есть бизнес, который приносит деньги и достаточно большое количество времени свободного гарантирует, чего мне сейчас в данную минуту не хватает, ну, в данном контексте не хватает. У меня есть какие-то деньги, приносящие, которые приносят мне мой бизнес, но у меня нет времени. Вот, соответственно, я задал вопрос, получил ответ, как можно это, в принципе, сделать. Вот, и у меня, я боюсь это делать, я говорю людям об этой мечте, которая такая светлая, большая, грандиозная мечта, но я еще не знаю, как реализовать. Вот мне бы хотелось путь простроить. То есть у тебя есть мечта, ты хочешь ее реализовать, ты не знаешь как? Да. А вот на эту минуту, да, как бы, какой образ у тебя есть относительно этой мечты? Как бы ты ее себе представил? На что похожа ситуация реализации мечты сейчас? Ну, вот некоторые говорят, что... Ну, это идея, это... Нет, я... это ты умом говоришь. Образ. Как картинка. Что? Вот эта ситуация твоя с реализацией мечты, что напоминает? Ну, например... Ничего желания, но это я чувствую какие-то некоторые внутренние говорят, боязни. Что семья... Вот что для тебя семья? Какой образ семьи у тебя? Семья – это поддержка, взаимопонимание. Смотри, некоторые говорят, семья – это как пять пальцев вместе. Да. А другие говорят, нет, семья – это как солнышко, когда тепло. Кто то есть каждый раз образ есть какой-то свой. Вот твой проект сейчас, когда вот у тебя есть мечта, у тебя какие-то ресурсы для этой мечты есть? Да, я создал уже… Есть какие-то ресурсы, ты прям представь все, что есть. И вот тогда твой проект сейчас, который ты не реализуешь, что он напоминает тебе, как что? Сравни с какой-то технической системой, природной или еще чем-то. Общественной. Да. Ну, пока что это машина на спущенных колесах. Машина на спущенных колесах. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот представь себе, что ты запустил этот проект, все там совершилось. Представь это сейчас. Да, представь. Тогда какой образ у тебя относительно вот этого проекта уже такого светлого? Образ быстрой гоночной машины, которая едет и радует людей. Скажи, пожалуйста, что мешает тебе, вот ты сейчас две картинки видишь, что же мешает тебе перейти из этой ситуации в эту прямо сейчас? Какие есть помехи? Ну, несколько. Нехватка как бы денег на то, чтобы тестовый образец приобрести. И второй момент, как бы место, где реализовывать этот проект. То есть я думаю, либо я его в Новосибирске буду реализовывать, либо мне придется ехать в Москву и все-таки там это делать. Вытаскивай карты. Вообще откуда угодно. Откуда угодно. Любой вопрос. Какие приемы?
замечательные три приема. Отходы. Хлам не храни, память береги. Отходы преврати в доходы. Что есть сейчас у тебя того, что ты можешь использовать как доход? То, что ты чем сейчас в своем хозяйстве совершенно не пользуешься. У меня дома куча велосипедов и куча всего того, чем я хотел пользоваться, но оно лежит, вот смотри, и некогда будет их пользоваться. Вот смотри, сколько оттуда ты сможешь денег извлечь? То есть реально это то, что можно... 1100 точно нужно. Теперь второе. Объединение. Изобретать, по-новому объединять. Это про то, можешь ли ты свою идею или найти партнеров, которые также горят с тобой. Партнеры могут быть финансовые, партнеры могут быть командные, то есть кто-то придет к тебе работать, но прежде всего не за то, чтобы там миллионы сразу заработать, а он готов там продвигать там какие-то вещи. То есть это про то, что тебе, я не знаю, но ты... А я сейчас поясню, я даже поясню, да, как есть. И последний, это вопрос экономии. То есть прибыль — это не доходы, посмотри, доходы, расходы. Это про то, что ты хочешь сразу получить результат на уровне мировых стандартов. А вот это про то, чтобы ты получил свой главный результат в самой функциональной области. То есть сделать дешевле, но функционал сохранить. Вот где функционал у тебя как рабочий будет, то неважно, вот видишь, как здесь, да, там, ребенку не обязательно живую ложку, да, он может воображение. То есть если ты продемонстрируешь, вот как мы говорим... Так тут вопрос у меня как раз... Вот скажи, пожалуйста, вот когда ты сейчас объединяешь эти три приема, да, вместе, складывается ли у тебя картина, как тебе действовать? Ну да, складывается. Ты можешь нам рассказать? Вот прямо сейчас что приходит, да, это важно. Ну, я вообще как бы и про идею-то изначально не рассказывал. Вот все, о чем поговорили, это, грубо говоря, на самом деле на данную минуту это все есть. То есть как бы отходы, объединение, экономия, это все на самом деле сейчас вот в данную минуту есть в моей жизни. Я как бы понимаю, в чем это заключается. А вот как бы второе, это просто побуждение уже к действию, просто надо простраивать путь, вот то, что написано снизу. Что ты можешь сделать, когда придешь домой прямо сейчас, вот сегодня? Сегодня я, наверное, буду список составлять того, что необходимо, и буду, наверное, продавать то, что мне уже не особо нужно. Избавляться от хлама дома и да, от своего. Да, если у тебя, например, лишнего. Есть кому поручить это сделать, ты можешь заняться вот этой функциональной идеей. А вот это ты можешь кому-то перепоручить, чтобы занятие принесли тебе. Ну, что могу сказать? Тебе понравится? Да, да, да. Дело в том, что когда мы используем любые приемы, мы не дураки все, мы очень много про все думаем. Но когда поставлен акцент, да, тогда мы на это начинаем опираться больше. Нам часто не хватает решимости вообще начать что-то делать, потому что мы не понимаем, что вот это решение главное, или вот то решение, или третье. Вот то, когда наша рука вытаскивает, да, наш организм вместе с нашим умом дают нам поддержку в реальном действии. Пользуйтесь. Ну, здесь как бы у вас еще есть по пунктам, говорите, да? Сначала что-то. То есть сначала освободить пространство для того, чтобы новое вошло, потом заняться этим. Давайте вам благодарим, Людмилу, за такую обалденную и демонстрацию работы. Можно ли тебе задать вопрос, что для тебя было ценным сейчас, вот за вот эти 20 минут твоего времени? Ну, для меня было ценно, что был проявлен интерес. Для меня очень ценно, что Илья, ну, дал свою задачу попробовать это. Я понимаю, что это определенная, ну, смелость, да. Во-вторых, мне очень понравилось, что он стал, ну, на предложенные всякие подсказки думать, ну, в предложенном формате. Так что огромное спасибо, для меня это было очень важно. Ну, всем спасибо за активность и за вот то, что мне дали возможность сказать. Это тоже, кстати, защищено патентом. Где можно это приобрести? Значит, это приобрести можно у меня в
общем, если Академпарк захочет, я могу представить какое-то количество экземпляров для юных изобретателей, ну, чтобы они могли здесь приобрести, провести мастер-классы, провести обучение. Есть ли сайт? На любой площадке. А почему бы это не внедрять не только на уровне нашего Академпарка, а на уровне России? Значит, стандартный вопрос, стандартный ответ. Вопрос в том, почему я попросила рекламной поддержки. То есть я готова это продвигать. Поскольку сейчас у меня идет больше в компании, значит, как бы проектная работа, то есть есть большие проекты, на которых собираются люди, есть частная практика, ну, то есть когда отдельные клиенты приходят, и бывают организованные группы. Не всегда получается, что люди совпадают с моим временем. Вот. И рекламная поддержка мне нужна как в смысле, ну, скажем, там, продвижения на каких-то сайтах, или если будут группы, то есть я готова работать, продвигать и давать людям этим пользоваться. В Португалии я выставляла продукт, там вот я привозила сколько, у меня разобрали все сразу. Очень сайт, скажи, где у тебя описан? Есть ли внешний сайт, на котором это можно почитать? Есть www.egorost, вот здесь есть. egorost.ru, да? Вот как слышится, так и пишется. На буклете нету? На буклете как? На буклете есть 3SDO, но там есть, значит, 3S плюс психология. Вы нажмете, перейдете на тот сайт, там и презентация есть, и во всем вот это есть. Ну что ж, давайте еще раз поблагодарим Людмилу. За такой... Рекламной поддержки? Конечно, я же просила ее рекламной поддержки. Я понимаю, что вам нужно всем нужен человек, который бы занимался этим. Ты хочешь рекламной поддержки в виде обратной связи? В виде обратной связи, в виде идеи, в виде... Ну вот вы видели, да? То есть на самом деле продукт уникальный. Нет, я просто услышала, что у вас не хватает времени для того, чтобы заниматься этим. Скажем так, что... Именно рекламой, именно продвижением на сайтах. Да. Ну и сбор групп. И это все равно отдельная работа. У меня сейчас нет денежки. Так а почему бы не найти идейного такого человека, может даже... Ну вот пока не находится. Я вот готова бы. Если у вас есть человек, который, например, может продвигать, то я готова обсуждать и как бы делиться, так сказать, заработанными деньгами, все, что я могу. Окей, я готова через интернет как угодно. Буду, я же вам дала выключить. Пожалуйста, скайп у меня такой же, 3SDO. То есть я просто, ну, честно говоря, очень интересная. Я могу сказать, что... Если она легко идет, то просто в целевую аудиторию попасть. Да? Ну, я вас слышу. Дело в том, что у меня есть, как бы, видите, я довольно пожилая женщина, да? И мои основные клиенты, которые у меня много лет были, они постарели. Вот. И для меня очень, конечно, вот важна сейчас, почему как бы я стала создавать. Я понимаю, что время сейчас картинок, легких решений, быстрых. И именно для этого я сделала такой продукт. У меня как бы в разработке сейчас и другие тризовские инструменты, которые будут, ну, простые и понятные в использовании. Вот. Но для этого нужно время. Да? Сейчас пока не получается все делать сразу. Ну, вот если... Ну, вот такая идейная поддержка в рекламе очень меняется. Да, на самом деле, мне кажется, сейчас время меняется, вопрос больше времени. Да, людям некогда что-то там анализировать. Да. Быстро что-то сделать и бежать дальше. Более того, у меня есть... Мы делали центр экспресс-решений. Вот вы посмотрите, если на сайте там есть бизнес-клуб «Моя технология», по бизнесу конкретно определить, куда двигаться. И есть много, есть расставок, есть экспресс-методы, которые четко позволяют сказать именно быстро, куда двигаться и устранить препятствия. Как бы вот это есть. Ну, вот если члены клуба окажут мне, так сказать, в продвижении, то, так сказать, благодарность моя будет абсолютно адекватна. Ваш e-mail есть? А? Да, e-mail есть, и скайп такой же, как e-mail, через 3SDO. Хорошо, окей, я вот буду благодарна. Я думаю, что же телефон у меня. Не вопрос, у меня есть. Интеровские, пожалуйста, у меня есть интеровские визитки. А я раздам еще. Больше, да.
Акт обмена визитками. Да, то есть у меня здесь девятка неправильно нарисована, то есть 80, да, восьмерка, последняя восьмерка лишняя, напечатали. Сообразие. Да, лишняя. Ну там мой телефон, может еще и... Все, спасибо. Спасибо. Очень здорово.